Всем привет, я несчастный обладатель Asus'а. Привет Asus'у за их поганые ноутбуки, точнее за видео. То есть, если вы нашли это видео, вы понимаете меня полностью. А дело в том, что когда трогаешь ноутбук, или когда вообще не трогаешь, когда ничего не происходит, он просто гаснет, а остается гореть подсветка. Ты делаешь вот так вот. Экран гаснет, проводишь по тачпаду, он зажигается. Это только если ты в нужное положение его поставил. Ну, в общем, все понятно. Я выяснил, в чем проблема была. Эта проблема была в том, что перетерт провод заземления, который идет от материнской платы к монитору. Ну, к дисплею, точнее. Я думаю, что он просто перетерся. Ну, перетерся он довольно жестоко. Я думаю, что это все из-за их удивительной конструкции крышки. Вот тут есть острая такая часть. Я думаю, что ей он и перетирает этот провод. Причем там их два, и оба были перетерты. Я как мог все это спаял, и вроде теперь все работает. Не знаю, надолго ли. В общем, что хочу сказать. Если вы можете спаять это все, паяйте. Как бы, и будет вам счастье. А если не можете, просто найдите какой-нибудь проверенный, хороший сервис, который этим занимается. И покажите им данное видео. Вот и все. Asus'у отдельный привет.